Алтына Янгишиева работает в Лопатинской школе с самого ее открытия. Учитель физики и математики переехала в Ленинский городской округ из Дагестана. Вместе с мамой и двумя детьми она снимает однокомнатную квартиру рядом с образовательным учреждением. Несмотря на удобное расположение, Алтына Замирхановна все же мечтала о своем собственном жилье. О программе «Социальная ипотека» узнала от директора школы Инги Фархатовой. Именно при ее помощи и поддержке были собраны все необходимые документы. Какие-то официальные документы нужно было собрать с государственных учреждений. Дальше нужно было в это портфолио вложить все свои грамоты, описать их. Согласно программе, педагогам, не имеющим собственного жилья, стоимость квартиры оплачивается из бюджета Московской области, а получатель гасит только проценты по кредиту. Была встреча в Министерстве образования, где с нами разговаривали, были какие-то небольшие вопросы, на которые нужно было ответить. И там уже был отбор среди всех конкурсантов. За 11 лет своей педагогической деятельности Алтына Янгишиева приняла участие во многих конкурсах, в том числе и во всероссийском «Учитель будущего». Потрясающе. Мне очень нравится, как она преподает уроки физики. Они очень познавательные, очень интересные, потому что мы всегда чем-то заняты, мы всегда просматриваем видеоурок, и она нам рассказывает. Очень легко все рассказывает, и все понятно. Мы хорошо учимся, и с помощью нее хорошо знаем физику. Меня больше всего заинтересовало отдел теплоты, сколько отдает энергии печь, там, к примеру. У нас недавно совсем была лабораторная работа, которую все написали хорошо. Это пока то, что всем интересно. К ученикам Алтына Замирхановна относится как к своим детям, особенно опекая 10 А, который находится под ее классным руководством. Тем коллегам, которые приходят в школу, я советую, чтобы сразу начинали именно с класса, чтобы вовлечь себя именно в школьную жизнь, в школьную рутину. В школе ее ценят и любят не только ученики, но и коллеги. Как учитель-предметник зарекомендовала себя только с положительной стороны. Также она у нас отвечает за выполнение РДРов и ВПРов, что тоже является, я думаю, показателем ответственности и доверия с нашей стороны к ней. Пока Алтына Янгишиева находится в поисках нового жилья. Слишком много условий и юридических тонкостей. Но какой будет квартира, она уже представляет. Одна стена будет в стеллажах с книгами. Очень люблю читать. Светлая квартира с большой кухней. Очень люблю гостей. Хочу, чтобы в этой кухне у меня был большой стол, где я буду собирать всех своих друзей, знакомых, гостей, угощать их разными блюдами. Программа социальной ипотеки реализуется в Подмосковье уже 4 года. За это время сертификаты на жилье получили более 1000 специалистов. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.